сняли по комнатам, даже по маленьким. Снимаете меня, да? Я? Нет, жду телефонного звонка. Ну, в общем. Они мультяшку рисовали 28 полцентов, или это игровое кино? Это игровое кино. Просто там эффекты сделаны очень мало, ну, как бы малобюджетно. Во-первых, деньги собраны не вот так вот, что у них прямо дайте, пожалуйста, денег, им дали огромное количество. Они же устраивали этот самый. Да, это деньги, получается, им скидывали люди, заинтересованные в идее. Например, идея-то хорошая. Идея потрясающая. Например, даже вот те же самые танки, вот, было снято отдельно поле, отдельно они рассчитали, как это движение танков, именно, ну, с точки зрения математики, как они двигаются. Они двигали коробки зеленые, а отдельно воссоздали 12, насколько-то, я уже не помню, поле с такими же буграми, вот, на песком, короче, все это создали. Там настоящих танков не было? Не было. Они все это создали в маленьком павильончике, вот примерно вот на таком размере, как мы здесь. Маленькие покрасили модельки, реалистично просто, ну, знаете, эти модельки? Ну да. И отсняли, просто вот точно так же их двигали по этому песку. Как мультики. Да, двигался, да, двигался, то есть это на самом деле на зеленые вот эти коробки наложенные, просто потрясающе наложенные эти танки. Подожди, что значит коробки? Они коробки двигали или игрушечные танки в магазинах? Нет, они не покупали в магазинах. Они, когда они снимали на, ну, когда они снимали с людьми, да, они там люди бегают, там, да, умирают, да, от танков, а двигают они коробки зеленые, чтобы потом на это место наложить танки по той же траектории, как двигались коробки. А танки, они... Но коробки же не в размер танка, это просто в как точка. В размер танка? Да. А не просто точки, чтобы к нему привязаться танка. В After Effects, привязывались к какому-то предмету? В размер танка. Да? Вот. А где-то у них есть материалы выложены, как это делалось? Я могу спросить на Скандинавии. Там что интересно, да? Это безумно интересно. У меня, например, премьеры же не было, по-моему, даже. Премьеры еще не было. Вот. Потому что 20 какой-то. Нет, что-то я где-то выскочила. А, в показ выходит. На Mail.ru раньше выскакивал «Играй, поиграй», а теперь выскакивает премьера. 24 подфилос. 28, да. Например, моя одногруппница Даша Петрова, ее молодой человек, они делали, они, в общем, вставляли, по-моему, как раз этих фашистов, там, как бы, по-моему, как я помню, почему они это делали. Размножали, что ли, их? Да, вот. И они сначала, когда их туда вставили, они якобы бегут от советских солдат, но на самом деле там ничего нет. Вот. И они сначала как-то неправильно сделали, и у них не было головы. Вот. И я такая, что за фигня? Как так? А какой фильм-то тоже накладывали много-много людей, хотя был всего один? «Турецкий гамбит», это же использовано. Потом... А вы смотрели, как снималось это, как-то? Не «Римлян», а как его? «Гладиатор», там тоже самое. Еще какие-то есть. «Волк с Уолл-стрит», там же полностью дорисован парк, полностью отрисована Италия. Они никуда какой? Не убежали. «Волк с Уолл-стрит», там, где с Ди Каприо. На самом деле ведь... Это дорожка, по которой идет Ди Каприо, когда они уехали куда-то отдыхать. Ничего нет вокруг. А фильм «Сад» наш то же самое? Какой? «Сад». А вчера, что ли? Плаксина делали. Да. А что там? Ну, Плаксина приходили к нам в универ, не цифровой, когда он только-только открылся. И показывали, он проектор даже стоял по-другому, с другой стороны. Показывали ролик, как это делалось. Сад, что там, они едут просто так, типа по павильону, что ли, ничего нет, деревья стоят, две штуки. Но все равно чувствуется. И потом раз, лес нарисовали, в общем, ну, у него всю фильм, природу. Так вот, у него в фильме чувствуется это. Как Витя нарисовывал небо, ну, мы с Витей к вам приходили, из Иберова. Вот это как раз тот самый человек, который прикапывается к кадрам и нарисовывает частицы всякие разные. Если, например, ему не нравится... Угол какой-нибудь, он его лучше перерисует, чем что-нибудь сделать. Это же каторжная работа. Да. Нет, это на самом деле... Скрупулезная, скорее. Скрупулезная, я скажу, да, просто, что... И комку это рендерить надо всю ночь, блин. Если ты мультимедист, то как бы, ну, ты уже выбрал. Ну да, взялся за гушник, говорит, что не идешь, да? Ну, вот мне, конечно, мне тяжело так долго сидеть перед компьютером. Чисто физически? Я очень не люблю все это. А, ты у нас такая. Так, ребята, ты рисуешь гвоздь, ты кирпичный, доску, ты болотон. Да. Кутру, чтобы было, я приду, забью. Да. Разбудите меня в 6. Разбудите в 6, я забью гвоздь в стену.
Нет, действительно, я просто собираю поклонников и не делаю. Как будто бы я шучу, да, сейчас. Да. Но она не шутит, самое страшное. А вы мультики-то делаете у себя? Мультики тоже делаю. А мультики есть? Да. Ну, сейчас анимация скоро будет. Вон, посмотри-ка, вон там где-то, вот там, Толь, за тобой. Где там аниматор? Сталкер? Я без очков не понимаю. Погодите-ка, Сталкер? А, нет. 28.02.17 года аниматор будет. Не вижу вообще. И там как раз будет все это самое, с универа у нас очень много. У нас компьютерные. У нас мало кто анимирует просто так. У нас больше, ну, имеется в виду не 2D-анимация, а 3D-анимация. А какая разница-то? А на самом деле наравне с аниматорами, аниматоры считают, что это менее индивидуальные мультики. То есть, когда для кого-то, для чего-то, для какого-то проекта? Нет, имеется в виду, что как бы в 2D-анимации отрисовки больше. Там больше всяких деталей и так далее. А у нас получается, они считают, что мы просто вставляем модель. На каркас натянули, как называется? Скин? Нет. Слой? Нет. Что вы натянули на каркас? Кожу? Все это вместе как называется? 3D-модель? Не слой, а... Модель? Ладно, все, проехали. А в ней цифровой, там, где камера захватывает этого типа, как в «Аватар», вы не пользуетесь? Ни разу не пользовались? Не понял. Захват движения. Этот, господи, моушен. Да. Капчик. У нас есть это. А вы не пользовались? Почему? Мы можем даже, у нас ведь даже Семен сделал этот маленькую 3D, этот как там? Не, вы там в ней это цифровой ходите, делаете? Да. Работаете, снимаете там? Мы делали даже голограмму мозга, которой можно было управлять рукой. Вот. Как это? Ну, датчик движения... Нет, это не датчик движения. Ладно. В общем... Голограмму? Голограмму. Прямо она живая, в воздухе висит. Да, в воздухе висит. В смысле, а куда ты ее проецируешь? Через что проецировали? По-моему, зеркалами, что ли, маленькими. Вот здесь вот так вот зеркала, 3D-модель, как бы мозга включается на каждый... Ну, проецируется вот так вот со стороны. А где такое оборудование есть? Я тебе это рассказывала. Нет, этого нигде не было, там где-то в новостях или там еще где-то. У нас даже... Новостях? Ну, университетских там. А кому дело есть до мультимедиа? В смысле? Так, ну, как блин, ты вечно так, ну, говоришь, что... Потому что никто с нашей кафедры не общается. Сами пришли и сказали: ребят, у нас есть очень классная, клевая вещь, которую можно... Так вы сами сообщите об этом. Это маленькая штучка, которую придумал Тетерятников, сделал Семен. Угу. Это все. Я ее не видел ни фоток, ничего. Так, объявление разместила? Да. В группе? Да. Что написала? Я написала... Перешли, перепостите мне, чтобы я знал. Так, ну ладно. А ты что пропал, то ли не приходишь? В смысле, я же был... Крутой? Неделю назад, по-моему. Зазнался, что ли? Да, наверное. А, слушай, зазнался. Я сценарий же сейчас пишу, я ищу место, я с актеры будут на следующей неделе. Ты с детдом договорился? Звонила ты Виктория Станиславовна? Ну, именно с ней не договорился, я договорился с другим, я поеду, посмотрю, как там, потом вот, спасибо, что напомнили, я поговорю. Ты с ней поговори, потому что она в детском доме придет, она там ведет кружок театральный. Поэтому туда вхожу, нормально, отлично, я туда ходил, наши ребята выходили. Это пока... где район какой? Я не помню, у него несколько районов, она с детскими домами. То есть можешь прийти, и дети все. Даже, дети детдомовские будут делать то, что ты скажешь. Это супер. Ну там театральная студия, понимаешь? Ты приходишь, говоришь: ребята, снимаем кино? Ура! На следующей неделе... Чего? Мы проведем здесь, скорее всего, пробы. Там я с вами согласуюсь, позвоню, когда. Будем возрастных разных актрис смотреть, старше 40 лет. Mm. Вот они тут будут. Чего ты не хочешь сказать ничего? Я ничего не слышу. Сколько должна была родиться? Мы просто друг с другом пошутили уже глазами. Уже смотрю, снюхались. Так, снюхались. Может, этих снять? Так, вот я смотрю, очень подходит. Это о чем? А? У нас сцена на тему игра. Игра в шахматы. Просто маленькая сценка, то есть там нужен парень и девушка. Коль, на минуту, на две, да, там? Да. От силы. Только если недолго, потому что нужно будет к актеру бежать. Потом скажите мне, как добраться до Марчелло или как это там? Мастрояне? Ну, да. Марчелис? Да. Я тебе скажу. Что такое? Далеко? Нет,
Здесь выходишь налево до Литейного. Окей, и все. Окей. А через двор? Вот так пройти через театр. Сейчас скажу. Ну, да, общем, то мне... на то и выйдет. Нам угол Литейного и Невского. В общем, мне очень нужно туда попасть, меня там ждет актер. Ну, беги. Все, вот. Бегите. Ну, другой раз скажешь, когда... Так, понедельник, вторник, среда, четверг сюда. С трех часов. Напиши мне. А до восьми, Толя. Хорошо, спасибо. Вдвоем беретесь? Ну, распечатала? Смотрите, мы... Нет, дай к тем. В один из дней мне будут пробовать, я вас не веду и все. Так я отправлю в контакт. Сейчас отправь в руки, дай бумажку. Я пока я сейчас пью. Так. Заходи. Нет, сходите на Панфиловцев обязательно. На кого? На Панфиловцев. А, на Панфиловцев? Да. На самом деле, вот... Вот вы здесь, получается, только игровым кино занимаетесь? Почему? Ну, я имею в виду, что если бы вот вы сотрудничали с нашей кафедрой... А как мультимедиа здесь снимать? Хромаке есть, компьютер есть. Что еще надо? Нет, я имею в виду, что, например, мы снимаем интерактивное кино, веб-сериалы, мы снимаем всякие там... Ну, вот у нас есть наполовину озвучен... Ой, наполовину игровые, наполовину игры компьютерные. То есть, как бы, вставки в компьютерные игры. Вот, мы могли бы с вами сотрудничать. Давай, привози, приходи. Для этого нужно привести нашего завкафедры. А у нас, на самом деле, нашей кафедры частично есть. О, привет! Так, обниматься, целоваться. Обнимашки, целовашки. Ну? Отправили? Я вам сейчас отправила?